Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем выживать в замечательной и превосходной игре State of Decay 2. Это следующая серия. И как бы мы этого не боялись, у нас появилось черное сердце. Естественно, я обратился к интернету всемогущему и посмотрел вообще, что оно там из себя представляет, потому что я еще его, честно говоря, не колотил. И меня вообще, я бы сказал, испугала эта тема, потому что там какая-то жесть творится. У нас получается, в этой зоне будет расходоваться... Так, это правильно? Токсичная миазма, сальсини... Так, вытягивает топливо. Топливо. В общем, говорят все, что нужно сначала изучить его слабые стороны, а потом уже двигаться в атаку. Чтобы это сделать, я так понял, нужно пробраться на территорию и убить несколько вот этих вот фиолетовых зомби и забрать с них образцы. И тогда... Эти образцы нужно будет отвезти кому-то. Я так понял, это и есть тот самый Денис или кто-то там. Или Денис, или Денис. В общем, я не знаю. Нужно будет как-то разобраться с этим. И хорошенечко подготовиться. Так что эта серия будет подготовительна. По-моему, со временем эта зона будет расти. То есть она будет больше, 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 но до базы моей не дойдет. И вроде как сюда, я не знаю, пока еще не собирался идти. Здесь больше, да, с переездом пока что точно все переносится. Ну, как минимум, не знаю, на 3 серии, может на 4. Поэтому отправимся сюда и посмотрим, что мы можем здесь найти. Куча всякого полезного. Нам нужно будет найти как минимум материалов побольше. Сюда съездить, забрать здесь что есть. Уничтожать не знаю, успеем, не успеем. В общем, будем сейчас кататься и собирать все барахло. И, естественно, сюда надо было съездить и посмотреть, что здесь есть. Собрать кучу всего. Мне еще также какое-нибудь оружие нужно. Гранаты. Всякие... расходники. В общем, так, у меня еще джойстик вроде полегче стал. Вот, поедем разбираться, чего мы там пооткрывали. А что здесь машина показалась? Вот, сейчас заедем на базу, и нужно будет нам человека поменять. Оставим подругу нашу, сварщицу, на базе, и поэтому и поедем лутаться. Сначала съездим сюда, здесь все посмотрим, возьмем фургончик, всякого. Съездим, поедем. Так что в этой серии, я надеюсь, будет без этих, без всяких нервных срывов, без психоза. Все, я думаю, обойдется. Так, тактическая 10-22. Кстати, вот 10-22 можно взять с собой. Почему бы и нет? Так, подруге отдадим вот это все и оставим ее на излечение. Все правильно. Так. Сюда ее, да? Нет, не сюда. Все, ее просто оставим, поменяем на кого? Кто у нас хочет подкачаться? Паламина хочет построить по заданию стрельбище или типа того. Так, а у нас кто-то еще может, в принципе, быть полезным. Вот я не знаю, что он дает. Можно взять, в принципе, Джиху. Опа, рации. У нее бонус плюс 5 максимальная энергия. Блин. Мне вот это плюс 15 к медикаментам.
Вот смотрите, чела у нас какая-то негативная. Может быть, в этой... В этой серии поедем ее чуть-чуть помучаем, и может быть она сама собой просто сдохнет, и все. Опа. Так, если она сдохнет, значит ей оружие толком не надо. Возьмем тогда, чтобы вообще не шуметь, арбалет по стариночке, пойдем и постреляем. Так, у нее, оказывается, граната с собой все это время была. Так, а что у тебя рюкзак? Why are the juggernauts getting scarier? Рюкзак какой-то. 7-7-5. Туристический рюкзачок. Отлично. Так, у нее еще и пистолет. Пистолет. Может быть, возьмем один какой-нибудь пистолет, чтобы был в случае, если джиггернаут. Ой, не джиггернаут, а собачка нападет. Хотя, как я ее там убью? У нее автонаводки у нее нет, она не умеет стрелять. И вообще, я хотел бы, наверное, чтобы она сдохла, да? Ладно, возьмем ничего. По расходникам у нас... В принципе, у нас есть 8 гранат, но там мне писали, в гайде писали, что там вообще 18 нужно гранат. Что-то типа того. На то, чтобы уничтожить одно чумное сердце. Поэтому будем копить. Сейчас поедем, еще собираем, что там есть. Бензинчик, там все есть. Так, и... Включаем. Так, включаем антенну. Вода у нас работает целый час. Это все работает. По ресурсам. Ну, есть бензин, патрончики есть. Все, в принципе, ништяк. Так, ну машину надо ремонтировать или нет? Закинем. И инструменты. И... А, ну тут по две штуки. Блин, вот это вот фургон так себя ведет неинтересно. Так, а чё, куда мы можем поехать для начала? Наверное, сюда поедем, посмотрим, что там есть хорошенечко здесь. Смотрите, здесь есть машина наблюдателя. Ничего себе, уж ее туда пешком отправить, забрать тачку. Такая себе, конечно. Посмотрим просто тогда машину. Что за машина? О, джиггернаут. В гости пришел, походу. Так, бензик есть. Он очень быстро расходуется. Это жесть. Ой-ой-ой. Ничего себе, я даже не врезался. Возможно, вот стоило бы вот это... То есть сердечко расколоть в этой серии. Возможно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Быстро, быстро, быстро. Проезжаем. Так, крикунов. Собака бегает. Все, ништяк. Такой странный зомби был. Как будто бы соседа увидел. Так, можно временный какой-нибудь аванпостик поставить, например. Так, здесь нельзя. Маленький контейнер, может быть, в этом доме. Вот здесь можно поставить аванпост и ходить сейчас просто лутаться. Влияние вроде бы у нас есть, поэтому... Переживать здесь не за кого. Ух ты. Там, оказывается, живут. Какой-то звук странный. О, руку ему отстрелил.
бедолага. Ну и где ты там? Может быть, я что-то опять с настройками сделал? Может быть, надо просто погромче сделать? Угу. Отлично. Блин, там кричит кто-то. Нормально. Я даже забыл, что это вполне даже забавная тема — стрелять из арбалета. Ой-ой-ой. Забыл ей дать какое-нибудь оружие ближнего боя нормальное. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Еще зомбаки, походу. Ага, вон лежит. Спокойной ночи. Так, тихо, 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 тихо. Оп! Есть. Блин. Почти. Ну не почти, но почему-то большая часть стрел не собирается обратно. Давай колоть его, блин. Мы. Я такого... Да ладно, я такого зомби еще не встречал. Okay, we're zombie free. Интересно. Так, все, тогда берем эту зону и можно, в принципе, активировать мины. Да. И здесь спокойненько сейчас будем лутаться. Без проблем. Приманка для скоплений. Угу. Примыка так на 15 минут. Почему бы еще и скопление сюда? Или я не смогу и то, и другое использовать? Так, вроде работает и то, и другое, правильно? Приманка. А, нет. Мины не работают, получается. Да, я зря потратил. Блин, надо было наоборот сделать, наверное. Ладно. Если что, сейчас, если не будет работать, то придется еще раз потратить нашими патронами и топливом. Так, ну и что здесь? Намусорили мы тут, конечно. Так. Ага. Это мы все забираем. Что-то я не слышу, чтобы. А, не, работает. Все, ништяк. Зашибись. Сейчас надо посмотреть вот этот сарайчик. Что там есть? И вот эти фургончики все залетаем. Блин, забыл, что эта штука поджигается. Ага. Ой-ой. Ой, тут много всего. Сейчас закинем сначала сюда. Что-то как будто бы они меня даже и не услышали. Ничего себе. Так, сюда, сюда. Отлично. Так, что мы имеем? М70. По-моему, у нас такая уже есть на базе. Подходит. 7.62 калибр. Почему бы и не забрать? Так, а здесь что? Еще патрончики. А, ну и стрелы. Так, здесь какой-то зомби стоял. Я только что видел его. Куда он делся? Вот он.
Ой. Может, надо было просто взять с собой чипсончиков, чтобы просто побыстрее бегать здесь, все это лутать. Так, мне надо мешок скинуть. Так, сюда. Все сюда. У нас не хватает места, да, уже все забито. Понятно. Надо отстрелять просто чуть-чуть болтов. Стрел. Здесь, походу. А, вон он спит. Странно, как будто бы они то ли не слышат. А, вон стоит там крикун. Так, отлично. Просто болты. Так, а там что? Ну, если накинется собачка, конечно, у нас могут возникнуть небольшие проблемы. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим, что здесь происходит. Можно, кстати, микросхемы отсюда забрать, наверное. Если найдем. Ну, попытка не пытка. Ага, ну, тоже хорошо. That nearby plague heart means there's no real security here. Так, понял. Так, Аня восстанавливается. Надо бы сейчас не проворонить момент, как с Денис. Найти нам этого человека надо. Куда это нам вести? У нас аванпост, кстати, захватили. И тут еще ребятишки куда-то идут. Значит, мы где-то здесь пробудили еще сердце. Надо найти. Не, ну, конечно, можно поехать, попробовать развалить черное сердце, но я бы хотел все-таки подготовиться, хотя бы сделать доп-миссию по изучению этого сердца. Ага. Так. I just spotted another plague heart. Так, отлично. Okay. Все это все. Блин, а здесь все нормально. Так, а откуда они идут? Они откуда-то сверху идут. Ну вот здесь вот, по-моему, мы пробудили сердце, правильно? Значит, наверное, оттуда они и ползут все. Надо, значит, ой. Съездить туда на север, возможно, вот по этой, по левой дороге поехать, посмотреть, что там происходит. Так, что здесь? Пару контейнеров. Возможно, здесь... Вот и Ферал пришел. Так, понятно. Давайте-ка закрою дверь. Если она, если собачка сейчас очень рядом будет, то придется бежать.
Очень быстро причем. Так, вот этого мы, кстати, убили. Что-то я вот боюсь, что если я сейчас за болтом тем пойду, то нас собачка-то и поймает. О, кстати, ну-ка давайте здесь посмотрим, что есть. Может, здесь мешочек будет? На карте, кстати, много вот таких вот мест, которые никак не отображены на карте. Так, понятно. Но в них может быть что-то полезное. Например, инструменты. Нет, здесь какое-то оружие только ближнего боя. Вот, может быть, здесь будет мешочек с материалами. Было бы классно. Да, надо же, кстати, воспользоваться рацией. Так. Ага, пакет жевательного табака. Отлично. Ладно, побежали отсюда. Screamer? Да, это он. Так, где-то вот так. Оп. Есть. Так, улучшили влияние, отлично. Так, там кто бегает? Показал, что там джиггернаут где-то ходит. Вон, чувак с этим. Со знаком. Шуметь я точно сейчас не буду. Не хотелось бы фарала на себя накидывать. Так, здесь книжки. Отличная энергетика есть. Я бы что-нибудь выкину. Давайте отстреляем стрелы. Блин, а тут все военные. Так, вот в этого убьем, вот этого. Оп. Так, а... этих я не отстреляю. Может, им много отстрелить? Опа. Finish it off. Никак, я ему вправо, влево попал. Не, нифига. Так, давайте энергетик заберем. Оп. Ништяк. Empty. Let's hope the next place is better. Так, все, отлично. Можно, короче, выгружать нам все барахло. И двигаться дальше. Здесь у нас что-то здесь может быть интересное. Машину хочу посмотреть, что за машина там стоит. О, это, по-моему, этот. Как он там называется? Хэтчбэк или как-то. Короче, микромашиночка. Очень юркая. Надо бы ее забрать. Очень классная тачка. Так, 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 так. Отлично. Так, что такое? Feel like a pack mule. No room for that. Вот так вот сейчас мы будем целый час заниматься вот этим делом. Ну, это быстрее, чем ходить туда-сюда от аванпоста. А еще лучше, чем вот ездить прямо на базу, все это скидывать, это гораздо быстрее. Так, сейчас куда мы едем? А, здесь, понятное дело, ничего нету. Ну вот сюда съездим, посмотрим. Мы что, ни одного мешка еще не нашли с материалами? И вообще тут есть что-нибудь такого рода? Ломбард. В общем, тут можно топ... А, вот здесь есть ништяк. Сейчас заедем сначала на заправочку. Посмотрим, что здесь.
пускай все бегут сюда. О. Ой, промахнулся. Блин, да ладно. Понятно. Так, всех, всех зовем сюда. И кричишь, конечно. Готов. О, стрельбу зато и подкачаем. Хотя толку. Отлично. О, бензолиум, отлично. Бензина у нас дофига влезает, поэтому берем. И здесь, я так понял, материальчики можно найти, да? Отлично. Так, энергетик, круто. И здесь что? Есть, один мешочек нашли. Отлично. Так, теперь. Да, нам определенно нужно забрать эту машинку. О, крыса бежит. Видели? Нет. Пропала. Так, Аня из-за низкого боевого духа Аня начала драку. Ну, с одной стороны, я ее понимаю. Жаловаться. Вроде все нормально. Просто, наверное, ей скучно, потому что ни одно чумное сердце еще не развалено. Так, кучу всякого барахла. Ну, в принципе, мы можем залутаться по полной. Все это отсортировать. Потом продать всякого лишнего, заработать кучу влияния и все это потратить на что-нибудь очень полезное и очень дорогое. Понятно, книжки у нас тут есть. Так, 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 бензин. Бензин, наверное, можно даже залить. Нет, еще нет. Так, еще одна книжка. Информатика. Отлично. Семена, а это медицина. Медицина тоже пригодится. Можно отдать. Там у нас человек есть, у которого прокачано лекарство. Так, все, места нет, что ли? Так, понятно. А здесь что? Так, пачка дешевых сигарет. Понятно. Так, здесь что у нас можно найти? Ничего. Я там что-то слышал. Звук чуть-чуть погромче себе сделать. Ой, слишком громко. Так, отлично. Да-да-да. Так, еще мы что-то нашли. Таблеточки. Все, здесь больше ничего нету. Что у нас в машине есть? Надо определенно забрать эту машину. Я думаю, она нам пригодится. Да, не добежал парнишка. Так, залоговая компания. Ну, здесь, может быть, таблетки, чипсы, понятно, в принципе. У. Не могу взять. Ладно. На крышу залезать
будем или не будем. Мне бы мешочек какой-нибудь. Здесь вообще бесполезная какая-то территория. Какой-то хлам один. Ну, no room for that. Можно многое продать. I wish I had room for it. И все, да? Есть еще у нас ресторан и заправка. О, кстати, там тоже могут быть материалы. Отлично, тогда мы сейчас едем вот так, вот так. Забираем материалы и едем обратно. Правильно? Так, а здесь что? Бродячий торговец. Понятно, бродячий торговец. Нет. Я думаю, нужно все-таки двигаться к цели, которая идет по... Как она там называется-то? По главному герою, по наследию. Поэтому будем дальше искать еще материалы. Смотрите, что за зомби. О, крикун. Оп. И убили. Там еще один. А че я туда иду? У меня же все забито. Надо сначала выгрузить все, а потом ехать еще раз. Так, тихо. Вот так вот. Так, закидываем. Ну, ладно, сейчас стрелы заберем еще. Нужна канистра. В смысле? Блин, я встал как-то неправильно. Что это такое? Так. Все, больше ничего нет. Отлично. Да, определенно много чего можно продать. Отлично. Так, стрелы мне нужны. Итак, едем, значит, сюда, а потом сюда. Орешь-то? Seems clear, but I'd better stay alert. Ага, смотрите, сколько тут все. Еда, наверное, есть. А это что такое? Человек умер, как говорится, за любимым делом. Ха. О, еда. Так, и спиртяга. Что еще тут может быть? Может быть, тут еще один мешок будет? Ну, в принципе, нормально. Открытая какая-то заправка или что-то такое. Кустарная, типа.
Смотри, там заблокировано все. Так, хоть бы пару мешков было. Отлично. Так, книжки. И здесь у нас ничего. Отлично. Так, итого уже два. Так, рация, господи, я же забыл. Помощь по радио. О, вот, вот куда нам нужно было нажать. Так, нам нужны материалы. И что еще надо мне? Материалы. И я так думаю, наверное, медикаменты мне нужны. И, наверное, медикаменты, да. И сейчас посмотрим, где... Где что? Хоть бы не здесь было. Было бы жестко. Так. Ага, вот. Так, это медикаменты. Отлично. Но у нас аванпост захвачен. Это не очень. Отправляйтесь к материалу. За материалами. Вот материалы уже ближе к базе. Значит, давайте вот сначала сюда заедем. Хотя, я думаю, 100% наверное, вот здесь будет. Потому что там центр какой-то там. Больничка, по-моему. Или еще какие-то того. О-о-о-о. Вот это я хотел посмотреть. Ой-ой-ой, нет. Все, я передумал. Собака. Ой. Так, а куда это я еду? Мне же вот сюда, да. Если здесь нету, развернемся, поедем обратно. Так, да, все-таки здесь. Ну что, успели сюда забраться? Looks good. No more zombies. Есть. Все, поехали тогда в сторону базы и заберем там материалы. Это? Да, едем, наверное, здесь посмотрим. Воу-воу-воу. Ты чё? Блин. Машину мне хотели сломать. Давайте заедем к этим ребятам, посмотрим, что у них на продажу есть. Патроны, это что такое? Ну это я продал, да? Ну, в принципе, вот это тоже можно продать. И вот это. Ну и все. Молот себе оставлю. Кувалду. А, ну вот эту. Вот эту штуку можно продать, я думаю. Может взять кого-нибудь из них, кстати, с собой, смотрите. Так, узнать больше о выжившем. Чужак, шитье. В принципе, с шитьем бы человек даже пригодился. Но у него Калашников есть, да? Интересно. А у тебя что? Да и этот парень. Со Скаром, по-моему. Ничего себе.
Так, вести торговлю, узнать больше о выжившем. Фармакология. Он какой-то мощный врач, я так понял. Брайан. Лицо у него знакомое. Давайте его за сотку просто возьмем с собой. А то давненько я уже никого не брал с собой. Так, хоть что-нибудь продать им. А, ну да, надо же его взять с собой. Так. Вот это вот хотел я посмотреть штуку, но тут кучу зомби. Вот это сарайчик я хотел глянуть. Тут ребята не дремлют. В любой момент хотят прям накинуться. Так, вот здесь что-то над открытым. А, вот здесь сюда что-то может быть. Так, мы в чумной зоне или не в чумной? Сейчас чуть-чуть вот так вот встану. А здесь уже как будто бы, смотрите-ка, оборудовано все. Кто-то, походу, здесь выживал. Ты дурак. Так, посмотрим, может здесь что-нибудь есть? Safe and sound, no more zombies. Ну и, кстати, надо к посреднику что-то съездить, все никак. Не поеду. Может быть, когда второе задание сделаю с джиггернаутом, можно будет сгонять. Что это такое? Поехали, они в доме, походу, тусуются. Так, и вот сюда хотел, наверное, заехать. Там что-то лежит. Осталось предметов один. Там, наверное, что-то вообще прям несущественное. Давайте еще еды заберем. Машина стоит, кстати. Давай, мочи его. Зомби собираются атаковать нашу базу. Отлично. 9 минут. Переготовьте базу к нападению. Ой, извини, братан. Вот так вот. Опа. Ой, блин, какой же ты шумный со своим скаром. Ну, кстати, он мне пригодится сейчас на базе. Так, все, смотрим, что здесь есть. Еще 3 зомби. Все, отлично, давайте быстренько. Хоп. Забрали. Хоп. Еду забрали. Возможно, придется воспользоваться аванпостом, который там ближе к базе. Ближе к базе, который. Все, побежали отсюда. Пока нас тут не захавали. И. Давай, братан. Опа. А что здесь за машина стоит? О, есть такая же, только ближе. Понял. Не обязательно нам ехать через всю карту. Можно будет сюда прибежать и забрать машиночку, починить ее. И пользоваться. Так, ну здесь... А, они уже все стоят возле базы. Ничего себе. Ну ладно, поехали. Так, разбитое сердце. Destroy the broken heart. Пипец их там дофига. А как? Это же невозможно. Все, забегаем. А, вот он. Hey, kiddo, what you been up to?
Давайте, давайте, ребята. Колотим это все. Пожалуй, я заберусь на вышку. Или вот сюда. О, отлично. Да, да, давайте вот туда все. Залезайте. Так, одна куча уничтожена. Где остальные? Еще три. Да где она? Рычаг, короче, со всех сторон и не подходит. Так, я не вижу. Вот эти вроде подходят. Так, предположим, вот эти где? Вот там где-то. Понятно. Чё боевой дух-то? Все же нормально. Так. Что мы можем здесь сделать? Вот этот аванпост можно снять. Поставим как где-нибудь еще в новом месте аванпост. Здорово. А мы сюда заберемся. Нормально, они его должны завалить, там у них такая огневая мощь приличная, что должно быть легко. Ага, так. О, еще там, смотрите, сколько. Ну чё, о, это мы. Оп. Вот так вот получено престижа 200, офигеть. Отлично. Давайте убейте его. Блин, они. Такие, конечно, я не буду просто туда смотреть, как будто бы все нормально. Там еще дофига зомбиков по базе ходят. Вот, особенно таких. И крикуны еще. Джаггернаут еще идет. О, как у себя дома ходит. Жесть. Наблевал прямо в доме. Фу, так, еще там сказали, что джаггернаут идет. Или уже не идет. Офигеть, так, покоцали чуть-чуть у нас твои ребятишек. Ну, в принципе. Эта подруга просто устала. Сейчас подождем чуть-чуть и посмотрим. Что там, джаггернаут будет к нам заходить или нет? Вот он где-то там. Ну, это, походу, далеко. Отлично. Вроде все хорошо. Так, все, можно ехать дальше, забрать еще материалов. Как раз чуть-чуть там не хватает. Че, мне бензин? Так, бензин нужен, отлично. Так, отправляйтесь за материалами. Я думаю, они будут здесь, наверное, проверим.
блин. Ой. Так, где-то вот в этом сарае есть что-нибудь? Понятно. Так, а здесь что? Сарайчик открытый, по-моему. Да, да, здесь есть. Отлично. Так, поехали, сейчас скинем. И надо посмотреть, мне хватит материалов, чтобы построить мега сооружение. Какие-то искры пошли. Странные вещи творятся. Так, ну и чё? Во-первых, давайте-ка будем лечить людей. Лиху. Элизабет. И что мы тут можем построить? Построить. А мы ничего не можем. 25 надо у меня. 24. Круто. Круто, значит, надо ехать еще. Ничего даже толкового с монстров не выпало. Жалко. Итак, где мы еще можем поехать? Посмотреть. Тут бродячий торговец. Понятно. Самогонщики. Че у них? У них ничего не продается. Это что такое? Чумное сердце. Разбитое. Че? Еще одно? Еще одно чумное черное сердце появилось. Понял, что оно дает. Чумное сердце пострадало от болезни или неудачной мутации и стало чрезвычайно уязвимым ко всем типам урона. Надо нападать, пока оно не восстановилось. Вы надо ехать. Так, зомби медленные. Разбитое сердце не будет вызывать подкрепление при получении урона. Да ладно. Надо ехать, короче, его уничтожать. Блин, все, кидаем все свои дела. Поедем сейчас, короче, валить это сердце. Пока не поздно. Блин. Так, а что? Зачем мне? Надо все скинуть. Вот эту подругу здесь оставим. Заберем. Естественно, кого-нибудь попрофессиональнее, чем... Так, разобрать? Нет. Почему? Все, тебе винтовочку. Да и все. Все, винтовочка у тебя. Снайперская. Отлично. И чё? И чё? Берем паламина, наверное. Так, все, погнали. По-быстренькому. Плюс у нас еще этот челик будет с нами помогать. В общем, круто. Сейчас мы это все расколотим. Есть у меня патроны на ямочку, интересно. Или что-нибудь потяжелее взять? Нету патронов. Возьмем тогда вот это. Сколько влезает? 90. Подход. Что там по оружию? Кувалда есть у него? Да. Она какая-то уже поломанная. Давайте возьмем новую. Так, берем, значит, энергетики. Вот это. Берем стопудовую вакцину. Берем бензин, сейчас это все мы загрузим. Коктейли берем. Горючую смесь берем. Да, берем. Я думаю, этого будет. А, таблетки точно.
пузырек обезболивающих. Мощных. Мощных возьмем. И вот таких. Что-то много всего набрал. Все. Вооружен и опасен. Что у нас по тачке? Тачка вроде целая. Относительно. Закидываем сюда бензолиум. И ремочку. Все. Так, дружище, ну что, ты готов? Акшон. Фу, когда он еще эту дверь открыл. Жесть. Я надеюсь, ничего не забыл, а то что-то мы так едем, поехали, быстро собрались. Буквально за пару секунд и поехали. Так, зомби медленные, зомби не опасные. В общем, сейчас заедем, посмотрим, что здесь происходит. Ой-ой-ой. Зомби медленные и не опасные. Че их так много тогда? Понятно почему. Почему здесь все не опасное? Потому что здесь просто джиггернаут тусуется. By the smell, there's either a slaughterhouse or a plague heart nearby. I'm betting it's the latter. Ага, вот оно. Ага, что, надо ждать? Все, не надо. Ой, что я делаю? Эта штука будет пропадать, нет? Где там? Фактор. Ага, все. Блин, ну это было прям легче, чем вообще все. Ну, как бы, ладно. И чё? Есть тут образцы? Найденные. Так, понятно. Я тут, главное, значит, собрал столько всего интересного с собой. Там еще джиггернаут ходит. Вообще классно. Задание выполнено. Торговец ушел. Так, а что мы там подобрали, кстати? Такая же, да? Тактическая. 10.22. Что значит тактическая? Ты че? Ну, такая, блин, с прицелом. А ты что, хочешь зайти сюда, что ли? А как ты? Feral, stay alert. Блин, Feral прибежал. Опа. Опа, опа, тихо. Оп. Ой-ой-ой. Ты что, машину мою двигаешь? Что такое? Где я? Да ладно, блин.
Как это произошло вообще? Я что-то не понял. Что это было вообще? Ой! Как это вышло? Оп. Оп. Где ты? Все, умер. Что здесь происходит вообще? У меня какой-то сейшн, что ли? Еще одна пробежала. Еще одна пробежала. Ой. Привет. Как ты забрался сюда? Горите, сволочи. Там еще этот тип где-то бегает, блин, злой. Фу. Тип, короче, умер, да? Я еще с мешком все это время был. Твою же мать, что вообще происходит? Почему он за мной бежит? Почему он от меня не отстанет? Здесь кто-то есть. Что же здесь все-таки происходит, блин? Может, убить его, да и все. Все еще кричать начинают. Борись за свою жизнь. Сволочь, а. Вот ведь проклятые зомби. Слишком много их. Как-нибудь оторваться от них. Застрял, да что происходит вообще? Выживание 3000 какое-то. Так, что у нас в итоге есть? Кричит он там, блин.
Оружие надо поменять на то, что с глушителем. Хватит стрелять во все что вижу, блин. Так, надо тихо выбираться отсюда. Так, тихо. Sensors swarming an undefended outpost. If we're gonna do something, we better do it fast. Короче, я знаю, что можно сделать. Seems like there's not much left. Здесь нельзя аванпост допоставить. Он еще трется возле моей тачки. Где здесь аванпост можно поставить? Вот здесь. Что творится вообще? Поехал, называется, черное сердце убивать. Это, фу, у меня же это под градом, короче, и с меня идет. Отлично. Так, ну и чё, где? Все, сайонара, короче, ребята. Вот вам мины. Так вот. Нормально? Нормально, ребята? Все? Заспокоились? Блин. Убили, короче, у нас компаньона, к сожалению. Сразу говорю, это была не моя вина. Он... Ну как, ну, я вообще не думал, что он умрет. Вообще никогда даже в жизни. Ну, может быть, маленькая часть сомнения была. Чуть-чуть прям, совсем, самую малость. С мешком еще все это время бегал. Это вообще просто, ну, вообще так нельзя делать никогда. Эти собаки со всех сторон. Нет, с этой винтовочки слишком много стамины тратится, когда ты целишься, используя скилл автоприцела. С эмочкой как-то было попроще, но патронов нету, вот в чем проблема. Блин, таблетку съем сразу, или что? Бумбокс можно вот поставить сейчас. Сейчас что-нибудь скинем. Вакцины, например. Ну, вот сюда на крыльцо прям поставим магнитолу. Все. Все. Сейшн у нас. А, дверь пожалуй. Закроем. Все. Nobody here but us. Отлично. Нормально. Отлично там. Столько народу умерло. Рей Сантос, понятно, мы уже с тобой общались, по-моему. Так, раз, два, три. Вот там еще что-то. Что-то их слишком много. That should do it. Так, все понятно. У нас же еще целое чумное сердце здесь. Так, и что здесь есть? Ну, в принципе, вообще ни о чем. Фу, да, это было, конечно, жестко. Все, я вымотан, поэтому остановимся на этом. Я надеюсь, вы там не заскучали. Я, получается, вначале сказал, что будем в этой серии чилить, но нифига не получилось. И что там нужно было сделать? Помощь по радио. Приободрение. А, ну понятно, приободрение появилось. В общем,
В общем, мы выжили. Не знаю как. Но у меня вроде бы как это получилось. Поэтому мы сейчас закроемся в этом доме. Вот, вам всем желаю отличных просто выходных, ребята. Хорошей субботы. Много не пьем. Сейчас ложимся просто спать. А, какой спать? Я же утром видос выложу, да. Я вечером записываю, пятница сейчас. А вы встанете с утра, посмотрите, сделаете уборочку. Без вот этой суеты всякой с зомби-апокалипсисом. Так что, ну, можете не волноваться, все, ништяк. Но за нашего кореша придется сегодня пить, не чокаясь. И остался у нас торговец бонусами совсем один. Очень жаль. Вот. Ну что ж, в следующей серии что мы будем делать? Мы залутали, кстати. Да, мешок мы залутали. Чумное сердце. Цели достигнуто один. Пока что непонятно. Не знаю я еще, где найти Деннис. Но мне получается здесь надо найти фиолетовых этих монстров поубивать и собрать эти, как они там называются, фрагменты. Образцы, господи, чуть слова вылетают. В общем, соберем, потом выясним, что там происходит. У нас все больше, получается, появляется каких-то неожиданностей. Так, зомби наносят меньше урона, зомби переели. Набитые животы сдерживают их желание полакомиться свежим мясом, поэтому при нападении на нас они наносят гораздо меньше урона. Зомби переели и будут медленно идти за нами. В ящике должны быть остатки съестных припасов. Что-то у нас еще появилось. Да, вот здесь у нас дроп есть. Кстати, отличный шанс, чтобы вот здесь навести шороху. И, возможно, уничтожить чумное сердце, которое потенциально может быть следующим черным сердцем. Вот, все. Все, ребята, я пошел отдыхать. Всем приятного дня. Спасибо за то, что досмотрели до конца. С вас лайк, подписочка, если еще не подписались. Ну и, конечно же, пишите свои мысли, комментарии и все остальное. А на этом все. Пока-пока.